дамба в старом городе, все ли будет в порядке в этом плане, выдержит ли она? Ну вот еще один миф. Вспомните, мифов много. Здесь дамба, я еще раз говорю, что она, испытание еще не проводилось. Вот сейчас как раз проходит испытание. Сергей Владимирович, наверное, здесь может более грамотно ответить, но здесь пока вопросов никаких нет, потому что мы помним, какие работы там проводились. Там бутилось очень большими камнями, потом это глиной, это виброкатками закатывалось. Если где-то и дренирует, то это предусмотрено проектом.